souls. And dark souls. Ooh. No, never. Never looking. Never. Yeah, under. Своему рецепту, а по рецепту из интернета, и там не может выйти невкусно, ну потому что там тесто обычное. Не знаю, что в этом тесте может не так выйти, но оно всегда одинаковое. И начинка, ну картошка, пюре с жареными грибочками и лучком, и так заебись как бы. А в варениках так вообще, ну то есть там без вариантов вообще. Thank you.
Сносить ник, по-моему.
например, ЧСВ, там и все такое, ну вот подобные фразочки. И в прошлом году их тоже было много. Предлагают типа еще какие-нибудь новенькие придумать. Вот я думала, может, я просто не знаю, у нас были какие-то фразочки тут на нашем стриме. Как их юзать будут? Фоткаться с ними будут. То есть фраза это будет на табличке. Посмотри фотки с прошлого стримбеста. Ай, собачка бьет. Нет, не бьет. Hello. Hello. How do you deal with persistent trolls? I send to them a power of love. Это бан. Привет. Ни одно слово, да, а фраза. Отвалился микрофончик на левом ухе. Пенка не виновата, там пенку я 100 раз наносила, и все нормально было. Короче, там просто во время очередного откручивания уха, там просто микрофон, смотри, вот стеночка такая, два провода и микрофон. Ёрзал, и контакты были вообще, ну то есть контакты были на свободе, просто пиздец. Поэтому в очередной раз эти контакты немножко погнулись. И что там? И, короче, они в итоге отвалились. Все. Там так это хуёво все сделано. Я просто в шоке, честно говоря, иногда. Я уже это третье ухаю, уже не знаю сколько. Не знаю, кто-то еще так же плохо отзывается или нет. Main difference. Да, возможно, его починят. Вот. До среды скажу точно. Но Женя только что рассказывала. Микрофон за $600 год отслужил. Это смешно. Я вот только что рассказывала, что относила уже в починку. Заказала микрофончик. И в понедельник там должны привезти. И до среды припаять новый. Я знаю, что можно припаять новый. Between Russia.
усилки кнопочку фантомного питания, то этот микрофон может сгореть нахрен. Ай. Давайте больше про третье не будем говорить, а то у меня из-за третье просто горит жопа. Люто. Thank you.
something that makes you happy. Пионы мои
Screen of death. Do you know?
блоке постоянно, на них будет меньше реакции. Если слушать разные по чуть-чуть, то более медленно будет процесс происходить, но к этим звукам тоже может быть потом, ну, как-то меньше восприимчивость. Вот, и потом только будут или какие-то неожиданные, не в смысле громкие, а какой-то специфический звук какой-то будет вызывать мурашки, или там новые предметы. Вот у меня, например, мне тяжело замуражиться только от звуков. У меня уже стадия, когда мне надо было смотреть, то есть визуал и звук. А сейчас у меня третья, ну, типа, стадия, когда я не могу просто смотреть. Надо быть кого-то. Просто смотреть и просто слушать. Мне еще нужно в каком-то процессе участвовать. Ну, то есть, типа, без ролевых в итоге никуда. Я дошла до этого. Вот. Поэтому для того, чтобы помимо того,
залажу. Или когда к тебе прикасаются, или когда тебе холодно. А когда тебе холодно, это противные мурашки. Да, по ощущениям разные. Но они же мурашки, да, поэтому я не могу сказать, без понятия. Художник снов. Нацеленные на результат. Это на что? За мурашки? Смерти, какой результат. Я думаю, этот раздел только для меня доступен.
А что он сделал? Was frying eggs by the time Dudley arrived.
стена профиля стоит фотка, которая еще более не похожа на тебя, как даже год назад. Потому что этой фотке лет 6. С меня вы вынесете, у тебя куча фоток круче. Ладно. Harry put the plate of egg and bacon on the table, which was difficult as there wasn't much room. Dudley, meanwhile, was counting his present. His face fell. Mrs. Fix broken her leg. She can't
Mike, what do you buy?
guys wanted to visit Tomorrowland. Maybe in one day. Извините.
Смотрите, ваза прозрачная.
я забиваю еду. Не надо говорить, полезно это или нет, я забиваю. Когда я забиваю чаем или кофе, это просто, я чувствую себя так охуенно, и у меня прям, когда глоточек чая скользит по горлу, и всем остальным.